Всем привет! За окном пасмурно. Сегодня ожидается гроза с очень сильным ветром. И поэтому я потихонечку здесь занимаюсь готовкой на 2 дня. Решила приготовить и суп, и первый, и второй, и салат, и даже десерт буду тоже готовить из слоеного теста. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Здесь у меня кипит куриная грудка на бульон, на суп, и грудка у меня пойдет на салат оливье. Ну, решила просто салат сделать, что-то захотелось с майонезом. Вот, огурцы покупала в Билле, именно бочковые покупала, соленые, не маринованные. Не взяла морковь, не оказалось, но зато оказалась вот такая баночка, очень удобная. Тут зеленый горошек с морковью в кубиках. То есть морковь не нужно отваривать, все уже порезано, сварено. Тоже удобно, как вариант. И сейчас я вам покажу, что там внутри. Жидкость я уже слила. И вот, посмотрите, содержимое. Морковки много, но если горошка будет недостаточно, просто еще маленькую баночку открою, половину от этой. Значит, для супа буду использовать вместо свежих помидоров, томатов, томатное пюре. От Клевер тоже это бюджетный вариант. И быстро. Рис на второй у меня будет с курицей в духовке, тоже новый рецепт буду испытывать. Курочка пойдет как раз на второе блюдо, что-то может быть заморожу на бульон, там крылышки, допустим. Получается стакан зеленой чечевицы, ее я замочила, промыла, чтобы она быстрее проварилась потом в супе. 1/3 риса, луковица, чеснок. В пару готовится картошка, потом легко очищаются овощи после пароварки. И я надеюсь, что сохраняются все полезные вещества. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить вместе меню на 2 дня. Нормально получилось. Здесь моркови и горошка 50 на 50. Ой, пар попадает. Для супа сделаем зажарку. Добавляю томатное пюре. Именно томатное пюре, а не томатную пасту. Загружаем чечевицу и рис. Добавляем соль по вкусу, приблизительно 1 столовая ложка на большую кастрюлю. Устанавливаю на режим суп. Закрываю крышку и жду окончания этого режима. Приблизительно час понадобится, ну, может быть, даже чуть меньше. Будем с вами готовить ленивое блюдо. Называется рис с курицей в духовке. Готовится очень быстро, просто. Можно придумывать различные варианты. Например, добавлять в это блюдо горошек зеленый. Что кому больше нравится, то и добавляйте. Буду готовить его первый раз. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Посмотрим, что у нас в результате получится. Вместе увидим результат. Курицу я разделила на части, замариновала просто в специях и соли. Еще потребуются овощи, морковь у меня замороженная, натертая, сыр тертый, рис кубанский, что еще, 2 средних луковицы, зелень. Полный список ингредиентов, как обычно, увидите внизу в инфобоксе. Поскольку морковка у меня уже натерта, лук нарежу мелкими кубиками. Пока будет готовиться обжарка, я промою рис и замочу его в воде. Рис у меня круглозерный, кубанский. Нам понадобится 2 стакана. Перец нарежем кубиками. Красиво будет, конечно, и красный перец сладкий смотреться, но я решила, что раз помидоры черри красные, то пусть перец будет зеленый. У меня жаростойкая форма 25 на 35 сантиметров, около 4,5 сантиметров высотой. И посмотрим, сколько в нее поместится. Смазываем дно маслом. И, кстати говоря, сейчас самое время включить духовку на разогрев на 180-190 градусов, как вы привыкли запекать. Смазываем дно формы маслом. Первым в форму отправляется рис, 2 стакана. Притом он уже у меня вымыт до чистой воды. Приблизительно я использую 1 чайную ложку соли на стакан риса.
Ну вот не знаю, как в этом блюде, потому что здесь еще будет зажарка. Курица у меня уже маринованная вместе с солью. Добавлю 2 чайных ложки соли все-таки. Сюда же у нас отправляется перец сладкий кубиками. Можно добавить горошек. И свежий, и консервированный, и замороженный, какой у вас есть. Но я горошек не очень люблю, поэтому я не стала добавлять. Думаю, что и без него будет не менее вкусно. Добавлю сюда еще зеленый лук, витаминчиков. Половинки черри. И при том добавлю пока половину всего объема, а оставшиеся половинки я выложу уже поверх курицы или между кусочками куриными. Наконец пришло время воды. Добавляем 4 стакана теплой воды, именно теплой. Выкладываем кусочки курицы. Я надеюсь, что когда рис будет увеличиваться в объеме, у меня курица не выскочит из этой формы, потому что кусков много. Раскладываю оставшиеся помидорки. Немножко зелени, хотя, наверное, зелень лишняя, она может подгореть. Ну, вот и посмотрим, что там с ней будет. Смажу немножечко маслом курицу и скорее убираем в разогретую духовку при температуре 180-190 градусов. Будем выпекать целый час. И вот что у нас с вами получилось. Осталось посыпать зеленью и, конечно же, уже дегустировать, пробовать. Мне очень интересно, что же это такое. Вот он рис. И при том рис, пропитанный соком от курицы. Курочка, смотрите, какая мягенькая, распадается. Все это покрыто сверху еще корочкой сыра расплавленного. В общем, очень вкусно. Уже хочется сесть за стол, скорее кушать. Желаю вам тоже приятного аппетита. Всем пока и оставайтесь со мной.